Суд приговорил Акына Асхата Жетигена к 3 годам лишения свободы. 1 июля Свердловский райсуд Бишкека признал Акына виновным по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти. Отбывать наказание Жетиген будет в колонии общего режима. Агрессия бар. Жиндену учурунда тартылган. Мен сөгүнгөмүн. Мен ал үчүн элден дагы жол кечирим сурайман. Негизинен иш таза, чын карала турган болсо, мен деген сот отурумунда отуруп айтылам биринчиден, анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес. Бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш. При этом суд оправдал Асхата Жетигена по второму эпизоду дела. Ему предъявили обвинение по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Однако суд признал его невиновным в связи с отсутствием состава преступления. Сам Акын считает безосновательным решение суда о его заключении в колонию. Асхата Жетигена арестовали 20 марта после того, как он опубликовал видео с критикой президента Садыра Жапарова и главы ГКМБ Камчыбека Ташиева, где использовал в их адрес ненормативную лексику. С тех пор он содержался под стражей в СИЗО номер 1 до избрания меры пресечения. Ранее Акын заявлял, что его пытали током в течение часа в Бишкекском отделении ГКМБ. Спецслужбы его заявление не комментировали.